Полноценная трехкомнатная квартира большой площади в клубном доме на Мечникова. Посмотрите, какие интересные решения застройщик представил в этой планировке. При входе нас встречает обширная, такая прям мощная прихожая, где можно смело сделать очень емкую систему хранения. Первая жилая комната, она тоже квадратов 16. Левая часть квартиры будет смотреть на западную часть города. И здесь очень тихо. Как будто бы суета городской жизни осталась где-то очень далеко. Итак, смотрите, красивый коридор, достаточно приятный. Вторая комната с выходом на лоджию. Обратите внимание, дом нефтестроя, как всегда, выдержал свое качество. Прекрасные стеклопакеты, хорошая кирпичная лоджия. Я не перестаю любоваться этим видом. Сейчас я вам покажу еще лучший вид. С этой комнаты мы, смотрите, здесь у нас получается раздельный санузел. Ванная. Ну, здесь просто, знаете, и постирочная, и ванная, и можно техническую комнату реализовать, все желания. Еще одна комната. Обратите внимание, это не несущая стена. Мы ее смело можем ликвидировать и соединить с кухней. Хотя и сама по себе кухня 15 квадратных метров. Хороший стройвариант. Хорошая стяжка, даже можно сказать, идеальная стяжка. Ну и потрясающая лоджия. Лоджии, которых нет равных. Посмотрите, какой открывается вид. Это что-то. Это просто классно.